даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Отходим. Сейчас будет зеленый, готовимся. Задотать его по максимуму. Уже уходит. Колбы и пельмени будут через секунду. Отбегаем. Колбу. Ностальгия слою. Следующий красный. Ходим пельмени. Бьем красного. Мага захиливайте. Уже выходит. Не успеваешь уже. Сотку набирай. Этот самый. У тебя сотки нету. Лужа сейчас пролетит, смотрите. Сотку добирай. Сейчас будет вызов красного. В красного сейчас, ну, вот ты прожал, смотри, у тебя ярости сейчас будет 0, а в красного надо плюнуть. Сейчас от красного бегите. Готовимся. Ну, он догонит и убьет. Убеги. Кто там, Шектор? Бабл нажимай или что-то нажимаешь, что здесь ничего не треет. Плевок быстрее в красного, давай. Так, будем стопать по боссу. Допивай лужи быстрее. Стоп по боссу. Бьем зеленого еще. Отошли от босса. Так, рисуем мордаунта. Зеленого все зергаем. Лужи допивай быстрее. Лужа, лужа, быстрее допивай. Все, профа переводим. Допивай, допивай быстрее. Следующая лужа через 7 секунд. Пей, пей, быстрее, быстрее тыкай. Там, поставь тотем. Ну, красный вышел. Пиздец. Отбегаем от красного. Я хуею нахуй. Ну пиздец, залупа, ебаное говно. Отбегаем от красного, бьем его и геру даем одновременно. Я не знаю, диван на цель красного, что ли, что-нибудь сейчас надо. Или тапки, или какую-то хуйню. Если на роге, то ванишь. И косноязычие проклятие на него. Все, добили. Профобьем. Уже выходим. Choking soon.
shaking. Так. Так, следующую буду забирать. Вейкмастер, готовься. На следующий, пока это один так, так ты словил. Готовься стаунтить обратно. Ну, ты, блядь, ну, ты дрочишь? Ну, нахуя ты рано таунтишь? Нужно, чтобы он мне стак дал. Все, теперь обратно забери. Пиздец. Три стака, блядь. Сейчас буду забирать, готовься обратно забрать. Так, словил, забери обратно. Гимны на хп. Незыбки, отдавайте всю хуйню. Иди квест давай. Ебаная хуйня, бага найдите. Дай ему кира, пожалуйста. Осколок лежит. Все. Есть замена. Я захожу на маги.
Лейн, непобедимые воины короля лича. Короля бича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья. Кто на ком? Рыбку поставь. Танки там решите, кто на ком. Нет, вроде не падал. Поехали. Паладин, бахните по себе каст. Там не сорвите. Invisible. Только Геншера не хватает. А чё? Чё Геншера не хватает?
Ну, я с ним триумфально расхуесосился здесь. Наверное, это единственное, кто об этом еще помнит. Кто? Говорю, наверное, это единственное, кто об этом еще помнит. Конечно. Единственный, то, кто помнит. Не то, что это было хорошо, но тем не менее. Очень много было нехороших слов. Типа пидор, да? Ну там, да. Там, наверное, вообще охуели многие люди от меня. Не, там, наверное, больше охуели, что потом весь следующий день и полночи ты дальше писал об этом. Сколько я писал? Вообще, да, возможно. Так нет. Прям. Слова это просто слова. Чел, как бы, блядь, за справедливость. Вот я говорю, как есть вообще всегда. Танки пиздец, 5 человек умерло, 6 там. 7. Вы будете моба забирать? Шум, он шотает, да? Ах ты, тварь ебаная. Сдохни, нахуй, откидывалщик, сука, ебаный. Сука. Вот с такими же словами я вчера на БГ убивал лемов. А, сейчас еще эти драконы есть. Тоже веселье то еще. Откидывают, что ли? Ну да. Эти драктиры или кто? Ну, петухи, блядь. Они не то, что откидывают, они там швыряют, так конкретно. Особенно на Окибуре, да, весело? Шкаф звон. Ну ты знаешь, как делать? Бежишь вместе с Эвилашей. Ловишь зеркало. Тот, кто первый укус ловит, укусит тебя. Потом три человека укусить надо. Знаешь это все? Не сдохнуть еще надо. Когда ты словишь дебаф, я подойду вместо тебя Эвилашу напуливаем. Где остальные там дрочат? Где скдыщ этот? Встань с Вилашей рядом. Это было неразумное решение. Словил? Да, вон он баф есть. Вот, Равис, ты в Дисе? Да. Укусить хукмастера. Понял.
Я просто отходил ненадолго, так что если накосячил, извинюсь. На первой взлетке Весты кто, ДЦшник? Да. Дашь на себя зубы и гиб на ХП. И дополнительно хулидринг еще по нему каплю дашь? По кому? По Весту. На первой взлетке. Антиферы, надеюсь, есть на вас? Да, поставил. Дикон там тотем трепета приготовь. И важный тоже тотем трепета на пати хилов приготовь. Маги, если будете забегать в тени, в фере, то это за эти глыбы смело. Лейт на фул держите. Эфир 3 секунды. Готовь каплю на Эвеста. Убегаем от теней. Давай гимн на хп. На второй взлетке Шектор будешь сдавать. И мастераур на тьму Лидринг там. Ностальгия Реса и Притона. Захиливаем оставшихся. Эдера. Эдера пускай прилежит. Притона фулбаф, Касклаб, Пристабаф. Влажный ставь тотем и вест гимн на ману. Сколько ты укусил? А, у нас укус упал. Дерыч укушен был, что ли? Тут мастер, ты передал укус? Или давай? Не проебись. Ты два передал, да? Еще один вроде остался. Ну, ностальгия. Ностальгия, ёбните. Тули. Убейте его. Ну, нахуй, алло, блядь. Стан ему, убейте. Захильте рейд живой. Сейчас готовьтесь. Мордаунт на себя зубы и гимн на ХП, готовься. Я пытался укусить. Готовим сейвы. Все гимны, глыбы, всю хуйню отдаем. Сколько тебе там укусов осталось? А, один остался передать. А, передай укус. Тут мастер, передай, не проебись. Фридринг не укушенный. Ну чё ты стоишь? Быстрее тыкай в кого-нибудь. Катрисия, как дела, нахуй? Тактики знаешь. Бейте его. Геру даем. А, вот Гера есть. Бейте бомжа, он начнёт сейчас весь рейд положить. До берсы 40 секунд. Третья пати не укушена, Хулидринг не укушен, Вадикон не укушен, Два Лока не укушены, Хант не укушен. Это вы должны видеть сами все. Баблы готовьте паладины. Кухмастер незыбку, панцирь, всю хуйню готовь, иначе сдохнешь, квест пройдешь. Уз кого-то передай.
Берсап, походу. Берегитесь. Рут ебал нахуй. Залупа ебаная. Я вот не понял, я укусил кота или нет? Вы оба не укусили. Ну, раз ты вампир, видимо, нет. Ну, я подошел, блядь, к Кириусу и, блядь, нажал эту ебаную единицу. Я хуй знает, на нем не было укуса. Тут уже кто-то укусил его. Пиздос, нахуй. Пацаны, не было укуса. Я, блядь, специально выбрал его цель, смотрел, блядь, и в этой панели ебаной не было на него укуса. Значит, кусали людей, которые превратились и тоже искали людей передать укус. Ну, раз вы этого не понимаете, что в чем сложность увидеть, на ком есть укус, а на ком нет, и выбрать заранее цель, подбежать к нему заранее и укусить сразу. Я тебе об этом и говорил, я его выбрал заранее и посмотрел, что на нем нет укуса, и, блядь, пытался ему передать. Значит, далеко были от него. Пиздец, я был в притуге. Да, вам не надо пытаться, не получилось один раз, меняй цель и все. Меняй цель, да. На того, на ком нет укуса. А то 10 секунд все, пытаться, окей, но окей. Это же глупое вообще. Окей, въебывай, все, ладно. Ну, главное, что я понимаю, о чем идет речь, это как бы, блядь, безоговорочно, окей. Не, ну, вариантов... Сделать, поэтому тритан. Вариантов много. То, что вы не передали укус, это значит, вы кусали человека. Я просто более чем уверен, что на тот момент, когда я пытался ему передать укус, он не был укушен. Да ебаный рот, нахуй. Вы совсем ебанутый. Мордаунт, нахуй. Так хули она так делалась, что она хули сальтов сумма? Да нихуя, нахуй. Мы же пришли сюда души побить от этих валик. Пошел, да? Да не, нахуй. Так, мы просто долбоебы, нахуй. Тут не комбат пошел, тут мозг, нахуй, вытек у человека, блядь. Пизда, блядь. Сука. Пиздец, это вот, ну, как можно, нахуй, ну сколько мы сюда ходим, почему ни одного, не, вот надо прийти в рейд, послушать, как вас хуесосят, да, вот это прям вам нравится, наверное, эта хуйня. Ну, любой нормальный человек бы уже давно прочитал тактику, как, что передавать, ну, поставь фреймы, блядь, поставь вуду, блядь, да и смотри ты на укусы, нахуй, на ком они есть, на ком нет, ну что, память-то для чего человеку дана, блядь, или что, каждому персонально озвучивать всю эту хуйню, блядь. Ты, блядь, там ностальгия, блядь, кусаешь, там, блядь, ханта, нахуй. Нет, так они и в этом случае ханта этого укусят, нахуй, потому что кто-то там с тенями бежал, блядь, укусят. Ой, я не мог укусить. Все, укусили, ты будешь не 10 секунд тыкать, и все равно та же хуйня будет. Сука, вы должны видеть, на ком есть укус, на ком нет. Не получилось. Ебать, в итоге, берса, 40 секунд, 6 человек укушенных. Как вот это вот вообще, ну, вы это думаете нормально? Бой на инсте. Это тоже нормально, блядь? Душу ведут. Ставьте шкаф, нахуй. Где остальные, блядь? Что, блядь, для тебя говорю. Алло, алло, слышишь меня? Овес, походу, вылетел. На месте бежит. Главное, блядь, все прибежали какие-то, ну, а кто-то бежит, кто-то нет, нахуй, ну, вообще похуй, да? Я бежал, но Валькирия убила, не пощадила. Бомж, потому что, нахуй, по стене оббегаем в следующий раз. Так я бежал в инвизе своем, я уже смотрю конец пути, но я и нажал блинк, я, в принципе, умер на порожке. Там кто-то другой согрел. А мне прилетело просто на 24 в табло. Сука, я ебал нахуй. Где Ивест? Он на месте бежал, походу вылетел. Ну, я, по крайней мере, видел. Нихила нету.
Я тут заходил в игру. Еще один вайп, и будем завтра допроносить это говно. Но придет, то не придет, похуй. Не придет 25, значит будет. Значит будет лишний убитый, нахуй, с синдромом, нахуй. Рыба 10 секунд ест. Рога скучный, подумай 10 раз. Синтек, нахуй, ты чё дрочишься там? Ты да нажми, блядь, на готовности. Он лагает, походу. Он флексит. Кто его пидорасит, ну там. Синтек, нахуй. Пиздец, бля. Я хуею, бля. Синтек, ты тут? Достал, что вылетел. Ну, он плюется, ходит, блядь, хуйня занимается. Это было неразумное решение. Кого кусать будешь, Миф? Мастер. На взлетке, на выживаемость больше работаем. По гимнам также. Понял. Ебать, разлил. Чё это за хуйня, нахуй? И дыра. Радикон, Равист, подхиливайте на взлетке, и Хульдрин тоже подхиливает флешкой там кого-нибудь, кого достанешь. Мифик с притоном похищения жизни кастуйте. Сейчас фир 3 секунды будет. Субмастера надо здесь пылить. Ханта, что, захилим? Мифика с укусом. Зря отдал, блядь. На второй взлетке малы бы пососем, блядь.
Важность ФТТ, мордаунт на ману. Восемь укусов. Вот просто для бичей, ну чисто для памяти повторю. Вот 8 человек укушены. Называю ники тех, кто не укушен. Invisible, Идера, Вадикон, Холидринг, Маги Врей, Згдыщ, Троллдэ, Домен. Не укушен Хант, не укушен Ностальгия. И пятая пати хилов, если уж совсем бичи. Если не получается. Вся пятая пати не укушена. Еще Войт и... Не трогайте хилов. А Сиджу укусит Вадикона. Еще Войт и Вилаша, танки не укушены, если что. 20 секунд до укуса, не сделайте говно. Как у тебя не... как у тебя не зыбка откатилась? А, он в танке, я забыл нахуй, что две незыбки. Мифик Холи Дринка укусит, Мифик Холи Дринка укусит. А что, может Геру сдадить? Да, давайте. Ну они кусали, я подождал, пока отдадут. Лужа. Теджу, красава! Добивать. Вы где пидоры? Не ходи. Теперь-то можно будет. Что закончил, Дикона укусил раньше, чем я? Я же проанонсил это, алё. Да все, блять, ну это слишком сложно, ты чё? Ну, мне пришлось выбирать кого другого кусать, я поэтому там, разлил лужу, там, успел нажать. Там 10 тысяч IQ надо. Это слишком сложно, такое никто не может на Земле. Ну это не мой слаг. На планете Земля никто не может так выжить. Я понял, всем впадло мазать. Время мастрес. Всем уже бежать на Синдрагосу. Точнее, на Вальку. На кого бог послал, короче. Сука, не могу никому отдать. Код, блядь. QR-код? Или что ты сказал? Да, код не вставал. Или не встает у кота. Когда не встает, это плохо. Это импотенция называется. Да. Всем привет. Здорово. А вот все так слышат Астальжи хуёво, так же, как и я, или что-то хуёво? Я его не слышу, он в мути. Да, как из туалета. Ну там из Нарни какой-то, там пиздец, уши режет, или только у меня так. Да-да-да, это то же самое. Это вас бесит? Да. Давай отнизим его. Давайте поговорим об этом. Унизим его, да? А чё нет, хорошая тема для общения. Вот что-то плохо слышно или как? Говном несёт, говоришь, да? Я же тебе говорил, Майкл, ты когда громко говоришь в микрофон, он тебя начинает глушить сам самого себя, и ты там прям пиздец происходит. Бахханали. Сейчас как слышно? Нормально. Вот когда ты спокойно разговариваешь, вообще идеально, все хорошо, все нормально. Значит, просто мне не надо его подносить к ебальнику довольно близко. Я понял, все, всем спасибо. Лучше вообще убери его в другую комнату, блядь. В натуре, надо сесть в другой комнате и кричать нахуй оттуда, блядь. Да, он просто слишком чувствителен, все. А ты поставь его реально метра на три, нахуй, и покричи что-нибудь, ну типа. Не, вот сейчас нормально слышно? Да, нормально. Все, все, всем спасибо. Все свободны. ППС, красава. Нихуя, это прохилить надо, да, наверное? Че там на хилах? Как дела? Да. А, победа. Ну ладно, я тогда полежу.
Маги, там я если что, такая может, кнопка глыба. Глыба есть, блин. Не знаю. А еще дубовая кожа. Охотницы можно там нажать это. Стан, блять. Сфиру, ну, когда он, когда он не вкидает. Тяжку там, я хуй знаю. Она стреляет вот этот хуйню, этот каст, он же сбить можно его. Блять, я хотел всю тайфуну сове вкачать. Вот бы сейчас этот трэш летал, нахуй. Просто 20 секунд и летал бы. Кто-то что-то. Ой, делай себе сову трактира, и тайфун почти не придется. Нам пригодится тайфун в Вока Гер на аваре. Мобов откидывать, блять. Давай, давай. Ты брат Синтека, наверное, в общаге тоже живешь, кухню убираешь. Только Синтек пиво там на кровать пацанам наливает. Мальчик, водочки налей. Получается так. Ну, слышал. Ебать, зависла, сука. Что за подвесоны? Сука. Так, показываю мастер-класс. Вот нажимаю форму медведя, нажимаю стан на звезду. Вы видели? Ничего себе! Я сбил каст. Господи, 50 тысяч ЕП плюсом сверху. Блять. Вот другим, вот другим ребятам это. Вот смотри, сейчас вот другая охотница кастует. Full каст просто прокаст. Еще нельзя туда было стан дать. Это хорошо, что она не в рейд смотрит. Ну так-то, блять, это же несложно делается. Ебать. Роги со станом. Паладины со станом, блять. То же самое, вот полководец, блять. Вот, смотри, блять. Ну, сейчас он кастует. Нормальный тролль. Давай сейчас выберем вот это, вот звезда, например, да? Вот просто смотри, блядь, и вот на себя кружок ставлю. Вот, смотри, нихуя. Сагрите этого звезду. Вы просто смотри, гайд, блядь. Превратился в сову, ой, блядь, в кота, хуяк. А, кто-то уже сбил, блядь. Посмотри следующий на звезде, блядь, стан там. Просто смотри, блядь. Стою такой, жду калечения, хуяк в коте, на сове, нахуй, хуяк обратно в сову. Туяк дамажу, смотри, ну пиздец просто, блядь. Гайд, нахуй. Как ты это делаешь? В натуре, блядь. Как мог бы на сове просто разъебать их. Да. Да не, я не про то, я к тому, что, блядь, иногда, ну, поддавайте какую-то, ну, блядь, перчинку, блядь, а то это, ну, приходим как бичи, нас, блядь, мобы расстрелят, просто мобы. Кого? Мы что, в ресторане тебе? Да, ёбаный. Мы просто приходим на охотницу, она поворачивается в рейд и шотает фул третью пати, блядь. Ну как это вообще, блядь? Это же пиздец. Это же можно было предотвратить. Пацанов приходится бафать. Вот мне сейчас приходится лапку давать и тратить реагент. Это же пиздец. Это вообще... Тебе-то один рейд платить на всех. Да, паладинам вообще пиздец. Так там только маги. Ну вот. Паладином тоже по одному. А если кто-то кроме мага по еще... одному на каждого, это уже по два. Ты прав, Крок. Шектор, что у нее вроде душа есть. Так, Шектор, можешь душу залутать с нее. Там уже залутали, спасибо, блядь. Лутальщики там есть такие. Фику привет, да? Повыращивал на свою голову лутальщика, блядь. Кто летает? Ну, уж этот паладин летает. Вы четвером хильте. Где ностальгия? Ты тут? Алло, там... Далеко микрофон, нахуй.
Я их пиздец далеко поставил, ёбаный рот нахуй, потому что там пресса революцию устроил. Ебать. Соседнюю квартиру поставил. Вот чё. Не, сейчас нормально, мужики? Да, 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 нормально. Можно на сотку делать обратно. Ну я прям пизда его въебал вообще далеко на соседнюю комнату. Прикинь, из толчка говоришь просто. Наш Эктор идет поганище, прожорливое. Это ужасно. Даю звездопад, и все мобы исчезают как один. Я только одного не понял, магия. Зачем вы жмете с пула копии? Чтобы побольше ДПСов дать. Нет, это в Т10 прикол. Потому что не думаю, что не в Т10. Ну типа в Т4 нет такой. Там у меня, короче, стоит доспех. Там вы найдете спасение, герой. Так копии все равно дома там покасают, закидывают. Нет, копии можно дать, когда ты аркус ставишь. Просто так их зачем отдавать? Так, ну, блядь, а что ты тут сорвешь? Со старта дал, ты агро не набираешь. Не, я просто спрашиваю. Вот я не знал чего про магов. Тебе после того, как копии попадаются, все это агро дается. Пришло для магов. Ну, если талант не качать, то можно и на 240-м порвать агро. Да. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. А что, собственно, происходит? Очень приятно. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Suppressor spawned. Берегитесь. Что, Гера, надо? Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение.
Да вылечи. Пожалуйста, жезл, выпади. Душу заберите. Тут их нет. А, да? Тут нет ни, ни душ, ни жезлов. Ну, а колечко выпало. То есть он так все наигрался. Я в толчок быстренько. Нам обязательно это знать. Забыл. Черт. Провал. Ладно, я вижу, не я один. Что-то не могу понять. Он в рейде, что ли? Ну, он уже не в сети. КВС не линкуется этот или линкуется? Нет, там же надо шмотку взять. Ну, типа итем. Всем до завтра. Завтра добиваем эту хуйню в 16:00. Ой, ты мне накинь. Я тут... Ну а что, мы, может, портал к Синдре откроем, нет? Сразу разойдемся. Да я не хочу открывать ничего. А что, у вас народу не хватает? Завтра откроем.